В последнем сегменте данной недели мы поговорим о работе со строками в C++ и еще раз немножко поговорим о вводе-выводе. Строки C++ — это последовательности элементов типа char, то есть массивы типа char. Причем каждая такая строка должна заканчиваться нулевым символом. Нулевой символ используется для того, чтобы определить конец строки. То есть, в принципе, строку можно сказать указателем на первый элемент, и конец строки — это элемент с значением 0. То есть можно пробежаться по всей строке, и когда мы встретим 0, то мы будем знать, что это конец строки. Для того, чтобы определить переменную, которая содержит строку, можно определить массив типа char и проинициализировать его соответствующим строковым литералом. В данном случае массив s будет содержать 6 элементов, 5 из которых — это непосредственно буквы слова hello, и последний элемент — это нулевой символ. То есть элемент типа char с кодом 0. При этом можно не указывать размер данного массива, компилятор сам выведет этот размер, основываясь на том выражении, которое вы напишете справа от символа равно. Строковые литералы могут содержать управляющие последовательности, такие как перевод строки или символ табуляции. Все управляющие последовательности начинаются с символа обратной косой черты. Поэтому, если вы хотите определить строку, которая содержит символ обратной косой черты, то вместо одной косой черты нужно поставить две. Так, например, если вы хотите создать строку, в которую запишете какой-то путь в операционной системе Windows, то вам потребуется писать этот путь так, например, диск C, две косые черты, папка A, две косые черты, папка B, две косые черты. То есть каждый одиночный косой черте вам придется ставить соответствие 2. Кроме того, если в вашей строке вам нужно использовать символ двойной кавычки, то его также можно написать с использованием обратной косой черты. Ну и можно указать нулевой символ явно, если вам это для каких-то целей необходимо. Так, например, если мы напишем в нашей программе следующий код, содержащий управляющие последовательности, то при его исполнении на стандартный вывод выведется следующий список. Будет написано лист, двоеточие, после этого перевод строки и символ табуляции. Символ табуляции — это значит сдвиг на несколько позиций вправо. То есть то, что мы получим, вот такой отформатированный список.